Центр ранней помощи «Солнышко» работает с 2009 года. За это время специалисты службы смогли помочь тысячам семей. Именно здесь многие дети смогли встать на ноги и впервые увидеть и расслышать окружающий мир. Палочку поднимаем вверх, вниз. Здесь нет врачебных кабинетов и белых халатов. Все занятия проходят в специально оборудованных игровых комнатах, где дети развивают навыки, необходимые в повседневной жизни. Это умение перемещаться, удерживать позу и общаться с людьми. Сразу все педагоги нашли к моему Кире подход. Стали с ним заниматься. У нас и индивидуальные, и групповые занятия, ЛФК, бассейн. И после этих занятий, после ЛФК, после бассейна, Кире стал потихоньку ходить. Сначала ползать, ходить. Ну и окрепли ручки, ножки, спинка. Конечно, была сначала шаткая походка, но со временем, вот за это время он стал намного лучше ходить. Занимаемся всевозможными упражнениями, растяжки. У нас вода очень теплая в бассейне, поэтому очень хорошо расслабляются мышцы. Это очень полезно для детей с двигательными нарушениями. Ну, в воде, сами знаете, что очень дети чувствуют себя совсем по-другому, чем на суше. На сегодня в центре «Солнышко» обучают около 150 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Почти треть из них с аутистическим расстройством. Дети к нам приходят с самого раннего возраста, с 6 месяцев. Вот годовички есть, да, те дети, которые еще не исполнилось им даже года. Они начинают именно с этого раннего возраста реабилитационной помощи начинает оказываться. При этом только медицинские работники находятся в этом возрасте с детьми рядом. Для того, чтобы минимизировать эти отклонения, либо, если получится, значит, их, в общем-то, ребенка вылечить на все 100%, и, естественно, это социализация ребенка в окружающей среде и социализация семьи. Службы ранней помощи имеются не только в столице Бурятии. Такие же центры работают в Селенгинском, Джединском и Мухашибирском районах. Чингис Ачиров, Федор Модонов, телекомпания АТВ.